ZBrush 2019 и продолжаем доделать персонажа медика. Так, что нам в этом ролике понадобится? Это сделать ремни, на которых держится вот этот аппарат. Также бляху, подсумок, ну и задний подсумок. Смотрим, что да как. Здесь немножко попроще. Так, где у нас аппарат находится? Вот он аппарат, мы его отключим. Теперь нам нужен эта клавиша N, которую я нажимаю. Следом буксы тоже мы отключим. Ну и кислородный баллон, где он тут у нас находится, тоже можно отключить. Так, что тут еще? Ну, вот эти детали тоже можно подключать. И вот эта сопель. Теперь нам понадобится китель. Вот он. И делаем ему дубликат. Смотрим, что у него с полигруппами. Так, делаем Ctrl-W, чтобы потом лишнего у нас не высветило. Если у кого одна полигруппа, то уже не занимайтесь этим делом, не парьтесь. Просто делать будем тогда. Нам нужно добавить вот этот ремень боковой, а потом его отзеркалить на эту сторону. Выбираем кисточку, опять же, которой делали ремень. Вот находится она, курс Strap Snap. И попробуем все это дело прорисовать. Где-то вот от этого ремня. Ведем и уходим на плечо. Курва маленькая, делаем побольше, значит, draft size. Чуть-чуть его теперь поменьше. Ну, вот такой диаметр достаточен будет, наверное. Теперь находим вот эту красную линию. Вот она появляется, вы видите, да? Приближаете вот к этой точке. Вот в такое положение теперь ставим. Находим эту линию. Так, вот она. И рисуем ее вот сюда, до ремня. Получается вот такое что-то. Все прикольно, все нормально. Ближе и не надо, потому что здесь пуговицы будут мешаться. Или пуговицы придется чуть-чуть передвигать. Так. Или давайте на Ctrl-Z. Ctrl-Z. И попробуем рисовать тогда спереди. Поведем ее вот отсюда. От ремня. И уводим вот сюда наверх. Во, уже что-то. Находим теперь вот эту полосу красную. И ведем вот сюда. Ну, в принципе, нормально. Нажимаем теперь на Mesh. И делаем Split, Group Split. Окей. Снимаем маску и удаляем вот этот один китель. У нас их два. В принципе, два нам уже не надо. Его delete. И будем работать вот с этой теперь деталью. Ставим поле F. Здесь вот
где-то вот до сюда маскируем, делаем Ctrl-I и попробуем именно уменьшить scale. Так, Ctrl-Z. Попробуем сплюснуть тогда. Так. Назад возвращаем. Нам надо, чтобы вот именно она уменьшилась. Можно ее Z-моделером, конечно, тут уже поуменьшать. Ну вот, идем по такому пути. Во, что-то должно получиться в таком духе. И немножко все это дело надо докрутить. О, пардон. Думаю, что не так. Задняя часть нам не нужна. Она должна быть тоже замаскирована. Так, замаскируем ее. Можно попробовать все это дело шифтом. Просто уменьшить вот так вот. Но это сильно тонко получается. Так, уменьшим тогда интенсивность. Вот так вот. И попробуем потихоньку уменьшить. Во, что-то в таком духе. Снимаем маску и попробуем все это дело Morph Topology немножко подкорректировать. Как-то вот так вот. Здесь Drop Size побольше и немножко ее поподвигаем. Где-то вниз вот здесь уведем. Можно обрезать ненужное, если где-то что-то, как у меня, вот так вот закрутило. И самое интересное, что нам нужно, именно вот эта толщина будет. Вот это. Для того, чтобы это все было видно на модели. Вот так вот. Здесь Drop Size побольше. И вот эту часть вот так как-то. Чуть-чуть выкрутить, подровнять, где-то расширить, где-то вот увести. Попробуем шифтом тут еще помягче сделать. И вот эту часть ровно установить. Вот так вот. Вот эту часть можно глубже посадить. Вот таким вот образом. Здесь теперь у нас не доходит. Не беда. Маскируем и с помощью Morph Topology Gizmo просто вот так Ctrl-Z, Ctrl-I. Так. Что-то я сбился тут. Бывает. Так, где это Gizmo? Чуть-чуть вниз и вот так вот Бенс отвести. И подсадить к ремню. Вот сюда поглубже.
Здесь, по-моему, еще какие-то замки должны быть. Ну, сейчас все это дело разберем. Так, делаем ее поровнее, чтобы она была ровная на персонаже. Вот так вот. Теперь добавляем в геометрию всему этому кризы. Вот они. Можно еще раз добавить. И сделаем DynaMesh. Кризы для того, чтобы вот это все не развалилось в хлам. Делаем DynaMesh и можно немножко прибавить резолюцию. Не 128, а ну, в зависимости опять же от размера вашей модели. Вот 7000. Ну, нормальный такой вид. Потом его можно выгладить. Ctrl-D добавить дивайдов или Ctrl-Z добавить еще вот резолюции побольше. О, теперь как-то поплотнее выглядит. И сделать Modify Topology Mirror and Well. Так, ремни добавлены. Нам теперь понадобятся вот эти вот верхние части. Типа где крепятся, как их называют, все позабывал уже, в армии хлястики вот эти вот. Хлястики добавим тоже вот этой именно кисточкой. Вот так поставим. И добавляем, делаем дубликат вот этим ремням. Так, делаем дубликат. Можно, конечно, отрезать кусок, растянуть его и уже пролепить. Ну, попробуем нарисовать, что получится. Так, и рисуем хлястик. Вот так. Снимаем маску. Жмем на любой вот mesh. И делаем опять же Group Split. Окей. Так, вот он хлястик у меня. А вот этот mesh надо delete. Окей. Хлястик теперь нужно с помощью Move Topology. Отключаем гизму. Перетаскиваем вот сюда. Вытягиваем вот этот ориентир. Как он называется. И опять же жмем гизмо. Так. Немножко его вытягиваем. Добавляем ему толщину. Или толщину в принципе можно добавить в деформации инфлатом. Вот так побольше. А гизму можно чуть-чуть его перетянуть. В принципе, неплохо получается. Подальше вот от этого шва тоже нужно как-то. Вот сюда. И немножко, наверное, его перекрутить. И увести как бы вдаль. Он же подальше находится от плеча. Вот так. Смотрим теперь шифтом. Немножко его выглаживаем. И с помощью Move Topology как бы вот подгоняем. Так, вот здесь вот чуть-чуть его вытянуть. Тут еще пуговицу нужно добавить. Так, вот эту часть побольше посадить поглубже. Вот так вот. И немножко приподнять. Потом пролепить. Именно кромку добавить. Так, вот эту часть чуть-чуть сюда. А эту вот так вот. Как бы наискось. Ну, по плечу ориентируемся. Чуть-чуть ее приподнимаем. И немножко край усаживаем. Вот таким вот образом. Добавляем теперь опять же кризы. Геометрии добавить криз.
И заходим, делаем дай на мышь. Ну, в принципе, неплохо. Если что, еще инфлатом можно надуть или просто пролепить кисточкой. Так, это нормально. Вот так вот. Теперь находим жилет. Вот этот костюм. И у меня вот здесь он чуть-чуть топорщится. Вылез. И вот здесь вот чуть-чуть можно посадить поглубже, чтобы воротник было видно. Так, здесь чуть-чуть приподнять. Плечо немножко приподнять, вот эту часть. Вот. И N находим вот этот именно шеврон, хлястик. Опускаем его и можно инфлатом. Давайте инфлатом сразу надуем. Инфлат никогда не помешает. Он мне очень нравится, тоже приколен. Вот так вот. И в геометрии делаем Modify Topology Mirror and Well. Пуговицы, опять же, можно взять уже вот готовые. Как их сделать, да? Смотрите, делаем N, находим пуговицы. Делаем им дубликат. Одну пуговицу, так. Одну пуговицу маскируем. Делаем ей Ctrl-W, Ctrl-Shift. Левая кнопка мыши, нажимаем на пуговицу и в геометрии просто скрываем те пуговицы, которые исчезли. Del Hidden. Ну все, вот теперь у нас есть пуговица еще одна. Мы ее просто перекрутим, поднимем кверху и подставим на то место, где она должна находиться. Так. Shift, левая кнопка мыши, вот такую вот штуку делает, выравнивает модель. Так, еще ее больше перекручиваем. И еще подтягиваем вот сюда. Так. Вот так. И поменьше делаем. Не знаю, при Dynamesh она будет вообще находиться тут или нет. Одно дело ретопологию, если ей сделать модели. Так. Вот таким вот образом. И еще, наверное, немножко скайл. И поднимаем уже. Опять устанавливаем. Потом ее тоже можно инфлатом чуть-чуть надуть, чтобы она не исчезла совсем. Если низкополигональную модель делать, ну мало полигонов, чтобы было, то вот такие детали бывают уже исчезают. Ну и опять же Mirror and Well. Ну вот, что-то в таком духе. Добавим теперь бляху. Это будет у нас append, будет у нас куб. N добавляем. Сплюснем. И делаем scale. Уменьшаем. Подгоняем, опускаем и подводим к ремню. Вот такая получается лямба. Делаем ее чуть-чуть потолще. Чуть-чуть перекручиваем и подгоняем ее вот сюда вот поближе к ремню. Теперь сплюснем
Немножко тут тоже уменьшим и немножко вниз опустим. Ну вот что-то в таком духе. Добавляем теперь кубу. Можно добавить кризы. Дайнамеш можно делать, пока можно нет. Ну, на всякий случай кризы поставить. Что такое криз? Это вот дополнительные ребра. Вот можно на все полигоны добавить вот эти вот дополнительные ребра. И когда будем делать теперь, допустим, Dynamesh, бляха не так будет сильно распадаться. Добавим резолюцию. Вот что-то в таком духе. Теперь N выбираем ремень. Где он тут находится? Вот он ремень. Смотрим его сетку. Добавляем ему опять же кризы. И делаем Dynamesh. Вид не очень. Ctrl-Z. Добавляем резолюцию. Ну вот, теперь нормально. Есть еще вариант, допустим, смотрим, что тут у нас. Ctrl-D. Добавляем Ctrl-D. И вот ремень становится вот такой сглаженный. Ctrl-Z. Ctrl-Shift. Так, добавляем еще раз кризы. Это наверх вот они добавляются. А криз Al добавляется и вот здесь вот на ребра. И делаем Ctrl-D. О, вот теперь ремень четко вышел. Del Lower Divide удаляем. И делаем Dynamesh. Ctrl-Z. Добавляем резолюцию. Так, что-то в таком духе. Теперь N открываем китель. И что можно сделать здесь кителю? Это выбрать кисточку стандарт. Немножко опять же через Alt вдавить вот здесь, где пуговицы, чтобы вмятины были. Шифтом вот эту часть можно выгладить. И попробовать нарисовать вот здесь полосу вот к этой части. Поменьше кисточку. Так, здесь вот таким вот образом. Ну и кое-где так вот чуть-чуть края выгладить через Shift. Левая кнопка мыши. Ну, так что-то. Так, кисточку побольше. X симметрию можно поставить.
morphTopology. Чуть-чуть все это дело подобрать. Поставить кисточку Clay Buildup. Интенсивность на двойку. И добавить вот эти вот бока, как складку типа. Так, складки есть вот сюда, вот чуть-чуть еще к животу выпустить их. Через Alt кое-где поприбрать, не без этого. Так, что еще можно сделать? Ну и добавить вот сюда вот на плечи, как бы складку тоже. Теперь N находим вот этот шеврон и немножко его долепливаем. Добавляем вот эту вот складку типа пришита. Края немножко здесь загладить надо. Shift левая кнопка мыши. Теперь N ремни. Через Shift немножко их выглаживаем. И добавляем вот эти вот части. Так, побольше кисточку. Вот этот переход немножко надуваем в разные стороны, опять же, и выглаживаем. Во. Вот так вот. Через Alt немножко где-то подводим. И вот эту кромку тоже добавляем.